Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Обливион. Мы находимся... Где мы, собственно, находимся? Ебана мать, я ничего не помню. Мы находимся в Лейявине. А, кстати говоря, это мой любимый город. Так, ну и что, в последней серии мы, среди прочего, зачистили очередное место, из которого лезли эти твари. То есть очередные врата Обливиона. О, человек-сосед проснулся. Человек-сосед — это хорошо, он всегда и везде. Если есть человек-сосед, значит мы живы. Давайте искать во всем хорошее. Так что, я предлагаю маленько прогуляться по этим местам. Честно говоря, сейчас мне охота в Чейдинхолл, потому что там у нас какие-то проблемы с властями, насколько я помню. Так, подожди, это что такое? Что за указатель? Я что-то вообще не помню. Так, Мартин все получил. Всем все окей. Вроде как заданий у нас нет, поэтому давайте двинемся в Чейдинхолл. И там будем разбираться, что же именно там происходит и почему там такие проблемы с властью. Там власть просто окозлилась и реально... Блин, меня постоянно сбивает с толку эта долпёжка. Вот сейчас вот, не соврать, часов, наверное, 8, суббота, люди счастливы, отдыхают, выходные. И всегда найдется какой-то долдон, ну, в нашем случае один и тот же, который будет... Мне же надо! Мне же надо подолбить! Как же так? Ох, как я соскучился по Обливиону, это просто пипец. Я просто хочу маленько понаходиться в этом городе. Сейчас мы найдем таверну, посмотрим, что тут да как, потому что последняя серия у нас была боевая. Охота маленько отдохнуть от кровопролития. И, кстати говоря, что у нас там с починкой? По-моему, у меня лук был сломан, но, кстати говоря, я заметил, что и без лука довольно неплохо получается справляться, даже в чем-то интереснее. Но я думаю, все-таки с луком нужно будет разобраться. У нас не так много денег сейчас, 2000 всего. Где наш лук? Да, теневая охота в плачевном состоянии. Этим мы и займемся сегодня. Здравствуйте. Только сначала поспим. Это у нас сейчас утро или вечер, интересно? По-моему, вечер. Неплохо у вас тут, неплохо. Так, 6 вечера, 6:30. В принципе, можно было сегодня успеть, а завтра уже заняться делами. Хозяева, вы где? У вас клиент. Какая залипла что-то. Дервера, здравствуй. Что? Ну как что? Я хотел бы постель купить. Что в городе вообще слышно? Все ждут, вернутся ли Фарвилл и его рыцари из этих ужасных врат Обливиона. Такие мужественные парни. Конечно. А что такое врата Обливиона? У вас тут тоже, насколько я понимаю, вокруг каждого города? Я не знаю, к чему бы это, но у стен города появились загадочные врата. Судя по тому, как стражники реагируют на них, они представляют собой угрозу. Но само собой, видимо, ты видела. Видимо, они готовятся к нападению. Этот портал находится прямо у городских стен, у западных ворот, если хочешь поглядеть на него. Ты знаешь, я на них насмотрелся. Будь уже осторожнее. Говорят, эти врата ведут в сам мир Обливиона. Ну ладно, спасибо, ты, по крайней мере, достаточно доброжелательна. Я хочу взять постель на одну ночь. Так, а что у тебя есть? Давай займемся делом. Давай, я у тебя возьму винишки, одну бутылку. Ох, как он долбит, это же капец. Я постараюсь подавить эти звуки, возможно, вам ничего не будет слышно, поверьте, это просто кошмар. Ну и салата маленько покушаем. И, кстати говоря, надо будет уже те рулеты доесть, потому что... Расскажи обо мне своим друзьям. Хорошо, ну сейчас давай посмотрим, у как у вас сервис. У меня есть свободная постель. 10 золотых за ночь. Ты хочешь взять ее? Я тут за этим. Поднимись по лестнице и увидишь дверь направо. Спасибо. Спасибо. Ой, как я тебе не нравлюсь, да? Ничего, переживешь. Хватит болтать. Дура. Хорошо, давайте переночуем. И потом с утра уже на свежую голову будем разбираться, что у нас здесь да как. Я думаю, кстати говоря, может сходить в эти врата Обливиона. Но мы просто настолько часто там бываем в последнее время, что уже, честно говоря, поднадоело. Тем более, что, насколько я понимаю, нам хватит уже сил для того, чтобы отставить Бруму. Дальше уже все будет зависеть от нас. Так, ну хорошо, поспим. Даже еще потом пару часиков надо будет вздремнуть. Нормально. Сейчас первым делом я хочу, повторюсь, разобраться с тем, что же тут происходит. Я уже помню, здесь было очень много всего непонятного, нужно будет найти местного шерифа. Так, но сначала я хочу покушать. Давненько мы уже сытно не кушали.
винишко. Нет, это я кушать не буду. Отравленный яблок тоже. Накусим одним рулетиком. Салат. В принципе, я думаю, будет нормально. Неплохо. День резко стал крайне неплохим. Почему же все меня так не любят? Я думаю, это из-за того, что я являюсь главой темного братства. И они как-то чувствуют, что со мной лучше не связываться. Этот призрачный блеск, этот холод в моих глазах. Это стальная непоколебимость. Утро. Утро же. Давайте еще пару часиков подождем на улице, пока у нас есть такая возможность. ПМ, подожди, это, по-моему, наоборот. Блин, я все время путаюсь вот в этих их ПМ, АМ. Ну вот, наступила ночь. Капец, я весь день проспал. Ахаха. Ну, что я могу сказать? Давайте подождем. Это было очень глупо с моей стороны, я знаю. 12 часов. Постоим на улице, подышим свежим воздухом, подумаем о былом. Потому что сегодня у нас будет социальная серия, в которой мы будем разговаривать, не воевать. Навоевались предыдущие. Так, ну что, проснулись, мордочесы? Поп-коп в городе. Ранее текал. Это что у нас? Чейдинхольский мост. Таверна. Ну, в таверне узнаем еще по слухам, что происходит. Не ломают молотки при ремонте. Вот и этому бы кто-нибудь молоток при ремонте сломал, было бы очень весело. Что? Что? Мариана Анкария, хозяйка таверны Чейдинхольский мост. Мы предоставляем комнаты и еду достойным людям Чейдинхола. Хорошо. Так, что ты знаешь про врата Обливиона? Если стражники не сделают что-нибудь с этими вратами Обливиона в ближайшее время, я покину город. Здесь стало небезопасно. Окей. Пусть разбираются. Прощай. В данном случае мне интереса нет спасать ваш городишко, потому что вы все очень злы ко мне. Ну, больно тут я народ-то не вижу, но и кто будет с утра, в принципе, сидеть в таверне? Живописное место, да? Ходит попрошайничает. Так, книги, а здесь всякое разное. Ну, в принципе, я думаю, там и там мы сможем скинуть много всякой ерунды. Здравствуй, Орчиха. Неплохо выглядишь. Борба Граусгаш. У нас есть все, что может понадобиться искателю приключений. Я сама бывалая путешественница, и я знаю об этом деле все. Тебе даже оружие брать не надо, тебя увидят, самих Кондрати хватит. Если тебе нужны доспехи, поговори с Тертией и Ведусией. Понятно. Что в Чейдинхолле происходит? Дела идут очень плохо из-за этих чертовых врат Обливиона у города. Мы думали, что хуже некуда. И тут появились они. Понятно. Возможно, тебя заинтересуют мои превосходные товары. Ну, товары неплохие. Кстати, надо отметить, действительно неплохо. Так, ну что, но я в этот раз... собираюсь продавать, допустим, посох Мороза. И понамать, сегодня шумная серия. По 300 всего, да? А там стоил. Это, видимо, из-за моей плохой репутации. Ну, попробуем, что. Окей. В принципе, ладно, меня устроит. Сделай мне предложение получше. Ах ты ж, скотина. Тебе стоит подумать над другим предложением. Так, так у нас торговаться не получится. Меня давно просили торговаться, но я не люблю вот это вот все. Я в магазинах никогда не торгуюсь, там. Мне как-то это не мое совершенно. Ладно, забирай что. По крайней мере, не будет отягощать мои карманы. Стеклянная секира. Заберешь? Молодца. Так, что еще тебе можно отдать? Неподатливая кераса за 1000. Но просто больше у тебя нету, она стоит явно больше. Просто она мне не нужна, поэтому забирай. Это больше, чем я плачу обычно. Шлем обнаружения жизни тоже не сильно нужен, потому что у нас есть глаз Ситиса. Тут, конечно, 65 футов, а здесь 30, но тем не менее, по крайней мере, я не буду глупо выглядеть. Так, ну хорошо, алхимический берешь. Вот, отлично. Забирай. Тебе удалось неплохо. Мне удалось неплохо, я знаю. Зуб Дейдрота. Я их, в принципе, для этого и беру, чтобы просто вот так вот по это мелочи прибавляла. Это честная сделка.
Так, сердца до ядра. Их довольно много, они стоят копейки, но в целом мы получили 112 это золотых. Это хорошая сделка. Хорошо, сейчас маленько поднимем денежку. Семена тоже у меня пока дома нет, поэтому больно-то не нужно. Жабры оставим. Безупречный рубин ты берешь за 86. Да хрен с ним, забирай. Это хорошая сделка. Понятно. Некачественный сапфир тоже туда же ушел. Так, ну и в принципе все, что ты можешь у меня забрать. Пустой камень душ можно отдать. Я сам их заряжать не умею, поэтому... Ладно, забирай. Кстати, камни душ-то скоро кончатся уже. Надо будет как-то их поискать. Она их вроде продает, но я пока не думаю, что мне стоит брать. Это мои камни душ. В принципе, все. Заходи еще. Пока, хозяюшка. Пока. Пока. Так, теперь нам нужно найти кузнеца. Что там еще нам можно как-нибудь продать? Я не знаю, там... Что нам еще? Ты, япона мать, как ты долбишь-то, ёлки-палки. Я извиняюсь, я просто... Я же не могу в другое время писать, у меня времени просто нет. Поэтому придется уж так, извиняюсь. Здесь вроде ничего больше нет такого, что можно было бы продать. Все наши нескромные пожитки. Латентный сигильский камень. Ну да, попробуем на эту. Сопротивление холоду. Ну окей, как думаете? По-русски, я так понимаю, мы тут не напишем. Поп. А, подожди, это уже не так, это... Держим Shift, тогда пишет с большой буквы. Оп-коп. Shift. Ах, не помещается. Короче, поп-копс. Все, нормально. Так, ладно, допустим. Хорошо. Остальные пока применять не будем, я просто показал, как оно работает. Ну и сам посмотрю, потому что я это делал первый раз. Так, хорошо, где у вас тут кто? Книги, книги, в принципе, пусть у меня будут. Здравствуй. Наша задача помогать гражданам. Верю, служилый. Что в Чейденхоле? С тех пор, как появились эти врата, городская стража... Все только о вратах говорят. ...все время находится в полной готовности. Надеюсь, они смогут защитить нас. Окей. Удачного тебе дня. И тебе не болеть. Хотя, насколько вас тут все не любят, может быть, и болеть. Так, вот, вот то, что нам нужно. Здравствуй. Как дела? Что? Я дела, говорю, как? Чини, я пожалуйста, могу починить мне. Все, что ты сломал. Ремонт. Короче, чинить все. За 201. Вполне неплохо. Так, возможно, у тебя что-то еще можно купить, потому что у меня стрел не так много, насколько я помню. Ну-ка. Прощай. Не надо говорить прощай, надо говорить до свидания. Да, стрелы у меня довольно печальные. 33 таких, и сейчас довольно много денег на них уйдет. Все для победы продаю. Доспехи, оружие, у меня есть все. Чем я могу помочь тебе? Что-то по стрелам у тебя не особо. Придется, видимо, вернуться в тот магазин, там серебряные продавали. Хотя бы. Ну, ладно. Береги себя. Пока. Что-то в Чейденхолле пока не могу ни с кого зацепиться, кто бы мне рассказал, что вообще да как. Хотя у меня это, по-моему, в квестах, так что не мудрено. Как дела? Пойдем купим у тебя стрел. Здравствуй еще раз, Орчиха. Приветствую. Борба. Могу я заинтересовать тебя своими товарами? Да, мне нужны стрелы. За 500. Беру это все. Это выгодно. Спасибо, с тобой приятно. Ну, ладно, пока. Еще увидимся. Ух, у меня уже голова болеть начинает от этой долбежки. Так, давайте посмотрим квесты. Где-то здесь у нас в Чейденхолле что-то же было. Так, сюда нам нужно будет вернуться, но мне сказали не возвращаться, пока у меня не будет своего дома. Допустим, та резиденция Белого Рыцаря не подойдет, потому что там через некоторое время пропадет эта картина. Так, Тайна Долины, Арена. В Арену, кстати, давно не ходил. Так, это не то, не то,
то Умбакана уже. Дверь, поиски бритвы Мируноса. Ну, посмотрим. Что-то, знаете, как-то... Или я не брал тут квест. Кто жаловался на жизнь? Давайте посмотрим здесь. Может быть, кто-нибудь что-нибудь скажет. Погода что-то не особо мне сегодня нравится. Сложный. Дома никого нет. Гильдия бойцов. Ну... Давайте зайдем. Почему нет-то? Это будет интересно, я думаю. Здравствуй. Что? Что происходит? Весь город нервничает. Ой, короче говоря, у вас тут насчет только врат разговаривает. Знаете, давайте-ка мы сначала разберемся с Брумой, чтобы вот это вот все прекратилось, потому что реально с ними не о чем становится поговорить. Подожди, это кто? Ты ищешь работу, боец? Может быть, ты хочешь получить контракт? Такие орки крутые стали. Что за контракт? Полагаю, у меня для тебя кое-что есть. Нам нужно доставить оружие в запущенную шахту. Эту работу выполнишь ты. Ну, окей. Повысить меня не хотите? Ты будешь продвигаться в иерархии гильдии бойцов по мере того, как будешь доказывать свою отвагу и дисциплинированность. Выполняя контракты, участвуя в делах гильдии, ты будешь продвигаться от звания к званию, принимая на себя новые обязанности и ответственность. Но помни, впрочем, что твое... Ох, короче, ладно, вы достаточно скучный мужчина. Но при этом вы дали мне какое-то глупое оружие, которое мне придется сейчас продать. Давайте займемся, раз уж так подвернулось под руку, я думаю, будет интересно. Так, вот ты вот, допустим, возьмешь у меня мечи, или мне нужно было идти... Я слушаю, Бар... Просто я у нее как бы... Возможно, тебя заинтересуют мои превосходные товары. Сейчас, подожди. Нет, ты не хочешь это покупать. Жаль. Это была так неплохо настроена ко мне. Тебе бы мы продали за лучшую цену. Что? Оглянись вокруг. Ты не найдешь лучших цен во всем Тамриэле. Подожди, а почему я не могу продать то, что мне только что дали? Молот этот... Это очень странно. Кстати говоря, вот это заберите, пожалуйста. Еще. Ну, ладно, видимо... Берегись. Ладно, разберемся потом. Пойдемте в Бруму и будем начинать уже этот квест. Что-то как-то... А, ну какой Бруму, что я несу? Пойдем вот сюда, в запущенную шахту. Посмотрим, где это находится. Недалеко от Чейдинхолла, я думаю, мы пойдем пешком. Я думаю, это будет интересное путешествие, потому что мы уже достаточно давно не выходили из города. Ох, да чего это красивые места? Блин, а врата Обливиона, конечно, все портят. Вот и ты, родимый. Я уж соскучился. Сами разбирайтесь со своими вратами. Я надеюсь, когда мы сделаем свое дело в Бруме, у вас врата тоже пропадут. Если нет, проблемы ваши. Возможно, мы возьмемся потом, но... Потом. Блин, а сколько тут умиротворенно, если, конечно, не обращать внимания вот на это. Мне, кстати, предлагали модификацию. Там добавляет напарника. Кстати, что это такое? Это цветок. Но... Какого? Так, тихо. Это что за минотавр? Давайте-ка мы сохранимся что-то, потому что это что-то новенькое.
Ты не гриф, ломай его. Не стой на линии огня. Блин, лошадь, извини, пожалуйста, но ты сама. Что это было? Это что-то новенькое. Дюмерский боевой молот. Весит столько, что я его брать не буду. Все равно продаду за 100, вернее, продам за 100 монет. Ну его нафиг. А вот рог Минотавра я возьму. Интересно, девки пляшут. Так, далеко нам идти еще? О, как давно я не убирался на природу в этой игре. Так, ты бы шел домой, ты не гриф. Я как-нибудь сам дальше. Что-то тут становится опасно. Давайте на камень залезем, осмотримся. Хорошо, вроде ничего не видать пока. Так, и мы, кажется, подходим. Давайте спрячемся, место подозрительное какое-то. И вон там что-то есть, или кто-то стоит. Это кто такие? У тебя-то я знаю, допустим, вот это вот. Типа шаманы. Так, зомбятину не трогаем. Не мешайся, зомби. Ах, твою мать. Да что ж ты, смотри, какой, а? Фу, какие-то вы, ребята, были душные. Гоблин-шаман, это... Что-то мне не очень понравилось. Ну ладно. Заколупали. Хорошо. А вот она, да? Теперь я понимаю, что у нас, возможно, будут проблемы. Ну, не очень большие. Гоблины. Ненавижу гоблинов. Это кто там? Это не гоблин. Это наши, нет? Так, ну-ка. Доставить оружие членам гильдии бойцов. Понял. Сейчас только подлечим. Ну чё, привет, бойцы. Ты главная. Ты, должно быть, и есть подкрепление из гильдии. Хорошо. Надеюсь, не забыли, что нам нужно оружие. А, это им нужно же было оружие доставить. Понятно, почему я не мог его продать. Держи. Ты как раз вовремя. У нас здесь проблемы с гоблинами. Я возьму лук, а ты раздай оружие остальным. Что за проблемы с гоблинами? Ужасные твари. Из-за них эта шахта стала слишком опасной для работы. Нам нужно уничтожить их всех. И я, значит, должен вам помочь. Почему это моя проблема? Займись делом. Здравствуй, брак. Это тебе поручили принести нам оружие, так? Обсудим это. Что обсуждать-то, да? Хорошо. Мне нужно оружие. Мне не терпится начать крушить черепа. Ну, держи молот тогда. Молот? Превосходно. Им хорошо крушить хрупкие черепа гоблинов. Ох, как это... Хорошо. Не очень элегантный у тебя стиль борьбы.
А, доставлено оружие. Расскажи-ка, что там нам прислали? Ну, прислали, тебе меч остался. Превосходно! Давно я не резал гоблинов на куски. Ну да. Меч. Превосходно. Теперь мы покажем этим мерзким тварям. Хорошо. Что слышно в последнее время? Прославляй девятерых добрыми делами и посещай дорожные святилища Стендара для получения благословения. Даровано будет и повышение выносливости. Понятно. Я жду. Так, ты забрала лук, да? Оружие бойцам роздано, теперь мы можем очистить шахту от гоблинов. Хорошо, приступим. Давайте, бойцы, вперед, а я прикрою тылы. Меч разряженный, но да ладно. Я еще только разминаюсь, жалкий червяк. Ну. Я под впечатлением. Неплохо. Так, а ты куда пошел, бабайка? А ты силен, неплох. Это что, это наш погиб, что ли? Покажи мне, что ты можешь. Ура! На кой черт вам был? Я просто застрял, я не могу уйти никуда. Офигеть. Да ты спокойно, полегче, пацан. Ох, вас уже трое. Это я удачно зашел. Я не могу выйти, япона мать. Ох, как это тупо. Смотри, он меня достает, а его нет. It's not funny. Ну все, или еще живой? Живой. Так, и что? Давай, 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 прыгай куда-нибудь. Замечательно просто, я считаю. Ох, Обливиан, ты не прекращаешь меня радовать. Это наши, что ли, ИПВ? Так, и как же я могу выбраться? Какие у кого будут предложения? Только загружаться, что ли, мне бы не хотелось. Ну ладно, чё. Другого выбора у нас нет. Как так вообще можно застрять? А, ладно. Это, конечно, очень смешно, что они в итоге погибают, кроме этой лучницы. За пару-тройку ударов. Но в целом местный челлендж мне нравится. Не дико сложный, не раздражающий, но при этом не очень легкий. Нормальная сложность, как надо. Так, здесь тупик, так что пойдем все-таки туда, в то злосчастное место. Умри! Умри! Не смей трогать. Получи. Что за... За спиной. Я еще только разминаюсь, жалкий червяк. Добивай. Так, ну хорошо, будем надеяться, что... Они все-таки просто убежали в прошлый раз. Они погибли действительно, потому что это будет очень тупо, что они в первом же подземелье начинают. Да нет, нет, нет. У тебя ничего не получится. Такое ощущение, что наши не в эту сторону пошли, потому что я постоянно кого-то нарываюсь. Вот на тебя, допустим. Так, ладно.
Да сдохни ты. На, получи. Где все наши? Куда они делись? Да, стрела, так чувствую, порядочно на вас уйдет. Ну да ладно, в принципе, терпимо. Ничего страшного, переживем. А наук все растет и растет потихоньку. Давайте сохранимся. Кто там еще? Бей его, ну. Не мне же всю работу делать. Вот, молодца. Добивай. Вот, хорошо всушил. В принципе, неплохая команда. Рудокопы. Бедные рудокопы. Что, все, что ли, хотите сказать? Шахта зачищена. Так, как там у нас? Платиновые монетки, круто. Блин, мне честно, вот прям игра начала просто дико доставлять с того момента, как она починилась. Потому что все стало именно интересно. Это перестало быть какая-то там рванина, это стало именно очень атмосферно и очень круто. Отлично! Вперед! Разобьем черепа этим гоблинам! Ну, пойдем. Покажем им! Конечно. Так, здесь мы были, теперь остается сюда, что ли? Ой-ой-ой. Харчили тут людей. Мне показалось, ли это была ловушка? Слушайте, а где все? Я там слышу кого-то, правда, но... Ну, допустим. Что-то как-то у вас тут небогато. Но с другой стороны, это шахта. Что тут найдешь-то? А, вот она была, ловушка. В такой темноте не мудрено пропустить какую-нибудь лазейку. Поэтому надо быть повнимательней. Золото. Что-то я в последнее время даже таким мелочам радуюсь. Пока что деньгами в этой игре мне не особо везло. Но я думаю, скоро все изменится. Неплохо их порубали тут. Ну, двоих я убил, конечно. И само то, сколько тут трупов, меня радует. Так, и что? Давайте карту посмотрим. По-моему, мы зачистили полностью. А нет, смотри, там еще дорога куда-то ведет. Ладно. Направо и до упора. Я же здесь тупик, по-моему, видел. Ну, так. А, вот. Да нет, тут тоже тупик. Подожди секунду. Что-то как-то... Как я его мог не увидеть, этот проход? Да и поломать. А вон он, блин, вообще проглядел просто. Так, хорошо. В темноте. Ловушка, скорее всего, да? Нет? Ой-ой-ой.
бедолага. Ладно, нам больше достанется. Надо было лучше драться. Реально. Ну давай, свирепый гоблин. Покажи, насколько ты свирепый. Не особо ты свирепый, как я посмотрю. Мы уничтожили всех гоблинов в запущенной шахте. Мне нужно вернуться к Бурзу Грокашу за наградой. Ну что ж, это было неплохо. Давайте посмотрим, что там еще осталось. Я все время пытаюсь приучиться по вашей методике, когда после быстрого сразу должна быть медленная. Но что-то как-то я, походу, безнадежен. Да, блин. Да япона мать. Я никогда не научусь этому делу. Никогда. Постоянно спешу куда-то. Второй. Тебе повторим. Отлично. Ну, конечно, оно стоило того. Постоянно. Вот в Обливине вот эта вот главная проблема. То, что ты пройдешь до конца подземелья и в итоге обнаружишь 49 золотых. Ну ладно, еще 53. И отмычка. Это такой утешительный приз. В принципе, неплохо, по-моему. Так, хорошо. Ты-то у нас лежишь тут. Риенна. Пала. А здесь у нас вот лежит Элидор. Жаль, ребят. Но мне, честно говоря, плевать. Мне больше достанется реально. Так, извиняюсь. Ладно, короче говоря, игра тут вылетела. И, в принципе, я думаю, на этом мы на сегодня закончим. В следующей серии пойдем обратно в город и сдадим этот квест парню. А дальше уже посмотрим. Скорее всего, двинемся в Бруму и там закончим эту битву, к которой готовились довольно давно. Но пока что это все. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.